9 октября. Сегодня приехал в Новороссийск погулять по набережной. Здесь вот такая вот красота творится. Тепло, ветра нет, морской вот вокзал ихний, фонтанчики, дойду до них, тоже вам сниму. Там вот есть надпись, я люблю Новороссийск, тоже люди гуляют. Такое грандиозное отличие Новороссийска от Анапы. Куча рыбаков. Сегодня выходной, воскресенье. Все отдыхают, ловят рыбку. Не понял. Вот такая красота. Вон тот мужик, который сидит сейчас ко мне спиной, при мне уже две рыбки поймал. Очень-очень много всяких рыбачивших человек. Тут всякие красивые памятники, статуи. Посмотрим, что еще интересно. Чуть вперед пройдемся. Такие дельфинчики. Думаю, надо пойти узнать, что почем стоит залезть на этот корабль. Я по нему бы погулял. Тоже пристань для кораблей, такие специальные. Что-то мусор туда засовывает. Красотища вообще, так в фоне гор. Вообще круто. Пойдем сейчас еще чуть-чуть. Вот. Очень много всяких статуй, памятников. Ну, именно такой морской тематики для моряков. На самом деле, очень-очень классно, интересно. Давным-давно здесь не был, получается. Ну вот, наконец-то попал. Уже величественный, большущий корабль. Естественно, действующий нет. Под корабль закидывают. Под самый-самый, я так понимаю, скинуть. А у нас рыбки плавают. Вода мут. А хотя вон они, все эти рыбки. Здесь, думаю, будет видно. Эй, уплыли под колеса. Если уроню телефон. О, какие тут мидии крупные. Вон они плавают, видите. Ух, там и крупные. Вот они их всех и ловят. Мидии, конечно, зачет. Вот они, видите, это на раз, это есть мидии. Просто очень глубоко. Мутная вода. Миди, конечно, просто вон, миллионы. Красивейшие морские фонтаны Новороссийска. Мне, по крайней мере, очень-очень-очень нравится. Выглядит все довольно-таки симпатично. Солнышко выглянуло, на улице стала такая жуткая жара. Сходил на экскурсию по вот этому кораблику. Будет отдельное видео по нему, там почти 40 минут, наверное. Мне понравилось. Тут же самое KFC находится. Блин, вообще классная вот травка, красиво. Вот здесь бы пофоткать, фотосессию сделать было бы гораздо круче, чем у нас, конечно. И в Анапе, и в Витязево. Очень круто. Сейчас хочу пойти посмотреть. Вот там корабль плывет, и он будет вон туда заплывать. Там узкое место, где проходят они в бухту вот в эту. Надо будет сходить посмотреть. Сейчас быстренько пробежимся. Ай! По пушечкам хочу показать. Здесь есть музей под открытым небом. Все довольно-таки так очень классно выглядит и довольно интересно. Всякие такие экспонаты, пушки. И надеюсь еще успеть к этому проходу к кораблю.
винт какой-то, якорь, холо, якоречек. Попробуйте, поднимите, называется. Пушечка. Ствол 12-футовой полевой пушки. 16,5 килограмм ядра не стреляло. Еще один. Якорь-холо 20 век. Что, походу, одинаковые. Вот еще один большущий якорь. Якорь Матросова. Подарен составом корабля Чемодан Цезарь Кунников. Какая-то пушечка. Не буду читать. Это неудобное видео смотреть, читать. Так. Еще одна пушечка. Вот такая стоит здесь вот. Пушка прикольная. Видите, ничего не открывается, не отрывается. Выглядит, да, так? Камера Samsung все-таки снимает, круто. Вообще класс. Надписи нет, что это пушка. А нет, есть. 12-футовое корабельное орудие. Вес ядра тоже 16,5 килограмм. Ствол 12-футовой пушки. Такая красавица. Так, и вон еще эта пушка с ядрами. Вот. И добежим еще вон туда. Паузу пока. Видите? Ну тут практически то же самое. Тоже какие-то пушки. Якоря. Так быстро пройдусь. Показать вам. О, кто-то вот потащил. Заняться нечем людям. И тот якорь скинули. Смогли только перевернуть, получается. Развернули. О, вот это якорь, так якорь же. Якорь холод тоже. Подарен в дар городу коллективом ОАА НТП какой-то. Тоже пытались куда-то тащить якорь. А ну-ка. Нормально его пытались поднять. Тяжеленький. Якорь кошка. Большущий такой вот. Где-то походу его подняли. Тоже якорь адмиралтейский. Вот такие вот якоря. В общем, я буду пытаться успеть сейчас к тому кораблю. Побегу быстро, пока паузу. Бегом добежал. Успел. Ну, начали уже поворачивать этот кораблик. Просто самый конец этого мола. Какая красота. Буксир его заворачивает. И на пристань. Так, чтобы показать. Он оттуда прибежал. Вон фонтан вдалеке. Кораблей стоит на рейде. Пошли теперь обратно. Количество рыбаков на Новороссийске, конечно, очень радует.
нереально много. Все в поплавках. Крутое, кстати, сооружение. Это я пробежался весь мокрый теперь. А то давно не бегал, уже отвык. Так, ладно, тут, я думаю, не особо будет интересно, но все одинаково. Вон они, рыбы плавают, море. И вот так вот оно все до берега. Продолжим потом дальше. Ну что, вот я вернулся. Получается, вот здесь это прогулочная зона. Что самое прикольное, и здесь зона отдыха, получается, люди вон переодеваются. Только что купалась эта женщина, я видел. То есть, и здесь вот место для купания. И набережная идет туда дальше. И конца и края нету. Там вон вдалеке виден комплекс тоже. Не помню точно, как называется, но это героям-десантникам. Там малая земля, по-моему, если не ошибаюсь, которые победили. Захват, ну, освобождение Новороссийска, принимали участие от немецких войск. То есть вот такая красота. Тут вот также есть тренажерчик для отдыха, развлечения. Вон большой катер тоже, памятник. Ну, вообще, мне так нравится Новороссийск, хоть переезжай. Очень красиво, и море также рядом. Столько рыбаков, это просто тут купить где-нибудь квартиру. Мне тут, наверное, бешеный бабок стоит. Вышел себе на море, половил рыбку. Еще какое-нибудь занятие, чтобы не сильно время затратное было. И вообще хорошо. Вроде и город, но жалко, видите, вот такого нету, да и в Анапе тоже. Здесь вот прям квартира, особенно это море никому не надо, потому что, ну, не такое оно чистое, как у нас, потому что здесь все-таки портовый город. Я думаю, сейчас к берегу подойду и вам покажу, как там все это выглядит. Но зато очень зеленый, очень красивый. Мне очень-очень, честно, понравилось сегодня здесь гулять. Уже считаю, что не зря приехал. Сейчас дойду еще к водичке и покажу вам, как здесь осуществляется вход в море. Вот, я дошел до берега. Ну, блин. Такие крупные камни, мелкие. И заползти, я думаю, можно будет. Волны, не волны, камушки. И вода такая непрозрачная, как у нас, вот как, когда волны идут, она такая как бы мутноватая за счет камней. Ну, у нас это тоже, что я вру, когда волны есть, песок поднимается и тоже водичка мутная. Тоже мол рассекающий. В общем, вот такая была прогулка сегодня по набережной Новороссийска. Надеюсь, вам понравилось. Следующие выходные съезжу еще куда-нибудь. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, ВКонтакте. Здесь ставьте классы, дизлайки. Буду рад всех видеть в своих друзьях. Не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо всем большое.